Ивановские ветераны отметили 25-летие своей организации. В настоящее время Ивановское объединение является самой крупной и активной ветеранской организацией в регионе. В ее состав входит более 5000 пенсионеров. Торжественное мероприятие было также посвящено Международному дню пожилых людей. Для гостей праздника был организован концерт, а руководители региона наградили активных представителей объединения почетными грамотами. Мы очень довольны тем, что вы остаетесь людьми с активной жизненной позицией. Для нас это очень важно, потому что мы чувствуем ваше внимание ко всем процессам, которые происходят в области, чувствуем ваше неравнодушие и чувствуем, что вы болеете и переживаете за все то, что происходит в области. Ветераны вот за 25 лет организовали стройную структуру. У нас устав единый, единый устав. Это первая работа с пожилыми людьми. Это вот тем более одинокие люди остались. С ними забота, внимание этих людей. И второе, более мы так считаем и практически целенаправленная работа, приоритет отдаем, это патриотическое воспитание нашей молодежи.